Сегодня все больше и больше статистической информации. И учителю принципиально важно научить детей работать и со статистикой тоже. Учитель обществознания 12-й городской школы Александр Индин дает мастер-класс на правах финалиста окружного конкурса профмастерства «Учитель года 2021». Это первый опыт участия молодого преподавателя в конкурсе и сразу выход в финал. Ведь дело, которым он занимается, уверенно называет своим призванием. Участие в конкурсе мне очень понравилось. Участвовал в течение всего января в этом конкурсе. Мне кажется, любой урок – это в первую очередь повод для диалога между учеником и учителем. И не так важно, какой именно предмет, если учителю есть что передать своему ученику. В этом году на конкурс заявилось рекордное количество претендентов – 42 педагога. Обычно участников в два раза меньше. В год пандемии и дистанционки интерес к самореализации учителей вырос, несмотря на новые условия проведения конкурса. Если всегда это было массовое мероприятие, и на каждом этапе присутствовали группы поддержки, там семья могли прийти, друзья, знакомые, то в этом году, конечно, этого нельзя было делать. Мы думали, что это наложит какой-то отпечаток и будет не так интересно, но получилось все наоборот. Конкурс проходил в два тура – методический семинар и учебное занятие, на котором преподаватели демонстрировали свое мастерство непосредственно на уроке. Ученики тоже имели право голоса. Надежда Федорова преподает химию в 81-й школе более 20 лет, но ни разу в конкурсе не участвовала. Но, как говорится, новичкам везет. Сначала, конечно, было очень неожиданно. Я очень долго осознавала, что это действительно финал. В первую очередь это дает мне, как учителю, возможность, во-первых, показать себя, посмотреть, чего достигли другие конкурсанты, потому что в конкурсе действительно участвуют лучшие учителя города. Даже в записи очень интересно посмотреть небольшие какие-то находки, потом можно использовать в своих уроках. На региональном этапе конкурса, который пройдет в феврале, честь города будут защищать 6 учителей. Награждение призеров состоится в марте на торжественной церемонии. Там же огласят имя лучшего. Гульфия Сафина, Дмитрий Мешканцов. События.